Всем привет! Мне немножко хочется помолчать, потому что день сегодня непростой. Сегодня мы официально заявляем о том, что мы закрываем проект Blood of Heroes. Это были очень клевые, тяжелые 6 лет. Все, что мы делали со страстью, с мыслью об игроках и старались как могли. По итогам вынуждены признать, что не справились. Проект не оправдывает наших ожиданий, и мы закрываем этот проект. Нам непросто. И непросто понимать, что многим из вас, тем, кому полюбился наш проект, точно так же непросто сейчас. Мы сочувствуем вам и сожалеем, что не смогли сделать так, чтобы проект жил и развивался для всех вас. Мы не сдаемся. Мы считаем, что мы многому научились, пока работали на этом проекте. И еще одна благодарность — это вам, потому что мы работали с вами, как могли слушали вас, как могли пытались прислушиваться к вашему мнению. Но, тем не менее, у проекта не нашлось достаточного количества любителей. Сдаваться мы не собираемся. Не знаю, как скоро, но новые анонсы от нашей студии обязательно последуют. И точно наши игры будут настолько же драйвовыми, настолько же красивыми и настолько же бескомпромиссными, как была «Кровь героев». До новых встреч!